Несколько слов хочу сказать про буковые дрова. Это что-то невероятное. Я их беру у соседей, они производят всякие кухонные доски, всякие изделия из дерева, и у них постоянно есть обрезки. Они небольшие, но дают какое-то дикое количество жара. Я сейчас кинул несколько дровишек, я думал, печь лопнет, потому что просто они пылают, дают много углей и очень-очень много жара. Поэтому пользуйтесь этой идеей, найдите какое-то такое производство, их очень много, кто таким занимается, и у них куча отходов дров, от которых они будут только рады избавиться, дадут вам их бесплатно, еще скажут спасибо, что забрали. Пользуйтесь этой идеей, вам понравится.